задача темп выдерживать, то есть пока, слава богу, все обязательства, которые на станции. Работы идут по графику, хотя объем их велик. По сути, от старого здания останутся одни лишь стены, хотя и их укрепили. Прочность основания и конструктива для родителей школьников – вопрос особенно важный. Нас, по большому счету, родители, да, конечно, волнует и цветовая гамма, волнует и размещение, но больше всего волнует крепость основания и конструктива. Обследование конструкции здания провели еще перед экспертизой. Необходимые работы по ее укреплению уже завершены. В целом строители сделали много, хотя на объект вышли только в январе этого года. Сейчас готовятся к отделочно-чистовым работам и настраиваются на благоустройство. На территории школы планируется замена пожарного проезда, некое озеленение, спорт-ядро и две спортивных площадки. Два спортивных зала будут и в здании школы, но главное планировочное решение – разделение столовой и актового зала. Раньше они были совмещены. После ремонта медкабинет перенесут с третьего этажа на первый. Входная группа тоже станет просторнее. Ждать перемен осталось недолго. 1 сентября школа должна открыться. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».